Hello, народ! В этом видео я расскажу вам про новый секретный предмет в Box Fruits, который я недавно нашел. Стой! Перед началом не забудь подписаться на мой канал, ведь я очень хочу набрать 60 тысяч подписчиков. Ну а мы начинаем! Хочешь безопасно купить робоксы, но не знаешь где? Тогда быстро переходи на сайт Robux Pier, ведь работают они уже более 3 лет. Надежность у данного сайта гарантирована. А также у них есть телеграм-канал, где ты сможешь выиграть робоксы, участвуя в различных конкурсах. Переходи на этот сайт по моей ссылке в закрепленном комментарии и покупай самые дешевые робоксы, только с ними. В общем, ребят, давайте начинать. И сразу хочу сказать, что это просто нереально крутой секретный предмет, который нам рассказали разработчики, но пока что его еще не добавили. И почти никто его не заметил в видосе разработчика. В общем, ребят, погнали отправляться в видос разраба для того, чтобы посмотреть, что же это у нас за секретный предмет. В общем, ребят, мы отправляемся в еще давние ролики, где у нас было рождественское обновление. И казалось бы, уже оно давно вышло, и что здесь могут еще вообще добавить? Но, ребят, есть деталь, которую не все заметили, и которую я вот заметил недавно и решил для вас заснять. А именно, ребят, смотрите, думаю, что некоторые все-таки заметили, что здесь под фруктом, где у нас мастери, под мастери, то есть находится вот такая вот штучка, как 2 из 500 сторы. То есть какие-то звезды, смотрите, здесь, как я понимаю, мы сможем собирать какие-то звезды и после этого конвертировать их в мастери. Почему этот предмет секретный? Потому что его показали в этом ролике, но пока что его все еще до сих пор нет у нас, ребят, в игре. И, если честно, у меня довольно мало догадок, что это может быть, но, скорее всего, ребят, это возможно, мы сможем конвертировать вот эти вот звезды как раз в мастере. Также у меня есть предположение, что возможно, ребят, это будет у нас новый геймпас под названием Mastery Storage, и возможно, ребят, мы сможем сохранять некоторые уровни мастери, как видите, здесь у нас звезда, и потом, возможно, мы сможем использовать их на любой наш фрукт, либо же наш меч. Допустим, мы уже там не юзаем какой-то меч, и мы можем просто это все мастерство откуда-то взять, потом перекинуть его в сторож, ребят, и потом снова уже перекинуть наш новый меч, которым мы будем пользоваться. В принципе, возможно, это так будет работать, но если это будет геймпас, то, скорее всего, это будет именно так работать. Но, ребят, я надеюсь, что это все-таки будет не геймпас, потому что все-таки робоксы тратить не хочется, а вот эту вот штучку получить хочется. Также можете, ребят, писать ваши предположения в комментарии, что это может быть, что это вообще за звезды, потому что я реально не знаю, ребят. Но, ребят, смотрите, здесь нету никакой кнопки не использовать, ничего, но мы при этом можем, ребят, немножко подальше промотать и посмотрите, что там у нас будет, ребят. Давайте вот куда-нибудь вот сюда промотаем. Вот, смотрите, ребят, когда он взял Blizzard, то посмотрите, что у него здесь есть 2 из 500 сторет, и он может использовать. И у меня также появилась еще одна идея. Смотрите, если мы качаем наши мастери на фул, у нас уже как бы 600 мастери, то возможно то мастерство, которое мы будем прокачивать там еще, допустим, уже 601, оно дальше не будет идти, оно будет у нас появляться вот в этот вот мастери сторож. И потом уже как раз мы сможем использовать его на новый фрукт, потому что, как видите, здесь у него первое мастери, и он может использовать, допустим, там 2 этих мастери, 2 левела прокачать себе на Blizzard. В принципе, мне кажется, что такое тоже может быть, и скорее всего даже это будет что-то у нас такое. Конечно, ребят, я не знаю, когда вообще такое добавят, возможно это будет следующее обновление, возможно они вообще как-то передумали это добавлять из-за потому что уже прошло много времени с Christmas апдейта, но все еще пока что этого не добавили. Но не знаю, мне кажется, если бы такое добавили в Box Fruits, это, конечно, было бы очень круто. Это было бы слишком круто. И я не думаю, что разработчики все-таки добавляли бы это за бесплатно. И, скорее всего, не сделают это за геймпас, если даже такое и будет у нас в игре. Но, конечно, если бы сделали бесплатно, было бы тоже круто, ребят. Потому что все-таки не все игроки донатят, и не все могут себе позволить покупать какой-нибудь там Mastery Storage. Но, ребят, вот так вот. Пишите в комменты, что по поводу этого думаете. Я, конечно, вообще не знаю, добавят ли это, либо не добавят, ребят. Это, конечно, не 100% информация, но я просто увидел такой вот, ребят, ролик и решил записать для вас, потому что почему бы и не, чтобы вы знали, что, в принципе, такое могут у нас добавить в Box Fruits, потому что раз они уже показывали, то почему бы им реально, ребят, не добавить. А со мной как Винтер, не забывайте писать в комментарии, что вы думаете по поводу этой штуки, также подписываться на мой канал и смотреть другие мои ролики. И всем пока-пока! Пока!